Всем привет! Сразу хочу напомнить, что второй сезон турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 11 сентября 2023 года. Если вдруг будут какие-то изменения в дате, я сообщу об этом в одном из своих новых видео. А чтобы его не пропустить, подписывайтесь на канал. Хотя Баран был ранен в финале первого сезона, он не погибнет. Скорее всего, бойня на свадьбе произошла по вине Хасана. За несколько дней до этого он сказал, что вражда еще не закончилась, а это значит, что он пошел к настоящей матери Дилан и сказал ей, что Саид пожертвовал ею ради спасения своих родных детей. Поэтому мать Дилан и приехала и забрала ее прямо во время свадьбы, думая, что корабеи могут навредить ее дочери. А где она была все эти годы, так и не ясно. Но понятно, что ее знают обе семьи, и они все каким-то образом связаны. Хасан разжег новый костер мести, чтобы скрыть правду и не дать Кудрету раскрыть тайну прошлого, а иначе ему конец. И скорее всего он заключил договор с матерью Дилан, и в стрельбе на свадьбе должны были убить только Кудрета. Однако Баран закрыл отца с собой и был ранен, так что план Хасана до конца так и не удался. Как будут дальше развиваться события, мы увидим уже, посмотрев новые эпизоды.